Ульяновске создали 5 трудовых отрядов для особенных детей. Не идеальное здоровье – не повод сидеть сложа руки. Такого девиза придерживаются 5 школьников с ограниченными возможностями здоровья. В рамках проекта «Содействие самореализации молодежи в Ульяновске» ребята объединились в трудовой отряд, чтобы помогать по хозяйству ветеранам войны и заниматься благоустройством городских территорий. Мы оказываем содействие в создании временных рабочих мест для этой категории граждан. И уже первый этап, первая смена завершена, майская. 36 подростков было трудоустроено и работало на социально значимых объектах города. Это в том числе и на мероприятиях, посвященных Дню Победы. Это в основном памятники, это скверы, это памятные места, которые посвящены именно героям Великой Отечественной войны. Свой первый трудовой опыт ребята приобретают, работая на свежем воздухе, в парках, скверах и пришкольных территориях. Каждый день, кроме субботы и воскресенья, подростки трудятся по 2 часа. Труд вознаграждается зарплатой в размере чуть более 2000 рублей. В 23-й школе, например, ребята собирают мусор и сажают цветы. Детки работают вот в этом сквере уже не первый год, им очень это нравится. Они зарабатывают хоть какую-то немножко денежку, помогают вот очищать наш город от бытового мусора, ну и вообще от загрязнений. Сами ребята признаются, свои первые заработанные деньги сразу же потратят. Кто-то на новенький телефон, кто-то на кроссовки, а кто-то отдаст заработанные деньги маме. Мне нравится очень. Почему? Ну, на свежем воздухе, потому что деньги получаем. Торжественное закрытие 3-го трудового семестра состоится 29 октября в рамках празднования Дня комсомола. Планируется, что глава Ульяновска Сергей Панчин подведет итоги работы трудовых отрядов и наградит их участников благодарственными письмами. Лилия Шакирова, новости Ульяновской правды.